Як ми вже розповідали, Дмитро Дубовий за кермом БТРу об'їздив чи не весь Донбас. Неодноразово знаходився в такому щільному оточенні, що з'являлися думки – живими вже не вийти. Як це було на одній з донецьких висот неподалік Слов'янську? Дістатися місця дислокації можна було лише через невеличкий дерев'яний місток, який ледь витримував важку військову техніку. Вже на висоті перше, що треба зробити – окупатися. Це збільшувало шанси залишитись живими. Я там всю Донецкую землю окопами зрыл. Приезжаешь и сразу начинаешь копать. Копай поглубже, еще понимая, там, осознавая, что у тебя машина командира батальона, то есть копаешь для себя, для командира, ну там плюс наводчик, как минимум небольшой блиндаж, чтобы можно было там, ну, хоть от осколков укрыться. Потому что блиндаж, какой бы он хороший не был, ну там прямого попадания, наверное, не выдержит ни один. На висоті прожили місяць, а могли і набагато довше затриматись, якби у сепарів вистачило розуму знищити той місток. Якщо б сепаратисти були поумніші, вони б розвалили цей дерев'яний мостик, який там еле витримував наші машини. Було, ну, во-первых, ми туди їхали дуже жорстко, там, я не знаю, дорога смерті, мабуть, назвати, там трупи валялись везде, гражданських, воєнних. Ми от к этому... наших воєнних. Я вам скажу, в одном моменте, я знаю, что были наши, потому что вот, кстати, когда мы этот мост ехали, ну, на подмогу 25-ки, то мы ехали, объезжая трупы наших бойцов, техника, а назад уже мы их собирали. В той час Слов'янськ був ще під контролем ворожої сторони. Втім, схоже, командування української армії не було налаштовано на швидкі і рішучі дії. Вокруг него там, ну, много было боевиков, потому что там и секреты наши, там видели их скопление, очень много. Там как-то раз секрет докладывал, что наблюдаю, там 600 человек в сопровождении двух танков, просил поддержку, не знаю, правда, почему, никто не поддержал. Этот секрет кричит, говорит, вы или давайте огонь, потому что они начинают двигаться, потом я вас скорректировать не смогу, когда они будут в движении. Так их никто и не накрыл, и они спокойненько себе где-то там ушли. Місяць в оточенні прожили в жорстких умовах. Вже не так лякали постійні обстріли, як перспектива залишитись без їжі та води. В лужах уже умывались, там воду пили с луж, нам обещали там провизию вертолетом закинуть, но когда уже там наступила такая точка кипения, что уже ну все, ни еды, ни воды там, ничего. То прорвалась колонна одна к нам, завезла нам провизии немножко, и мы потом уже по этой высоте пошли дальше. Тоді 79-та бригада понесла втрати. Розвідники випадково натрапили на блокпост сепаратистів, біля якого засідка. Ну, мы его разложили так неплохо. Там у них и БМП, и газели, как бы трофеев оттуда набрали. КАМАЗ в 79-ку, российский, новенький, вообще таких, как бы только начали выпускать. Ну, не знаю, сейчас он живой, не живой этот КАМАЗ. Там оружие, там минометов. Я даже флаг сепарский сейчас в музее, в парке Славы в Киеве. Я его туда им отдал, говорю, он еще в крови наших ребят, тогда два разведчика погибло. Как бы так вот. У Дмитра залишилось дуже багато спогадів про події 2014 року в зоні АТО. Можливо, згодом він зможе їх розкласти по полицях. Зараз вони скоріше уривками виникають у пам'яті. Задач виконували безліч. Тоді спокійно майже ніколи не було. 79-я бригада, она такая, знаете, боевая. То есть там, если, допустим, в других частях где-то там ребята там ловят какую-то расслабуху, то у нас там такого не было. Мы постоянно где-то в самых горячих местах таких были. То есть мне довелось с ними повоевать. А восени 14-го року 79-та бригада змінила інших десантників в Донецькому аеропорту. Дмитро керував командирським БТРом і мав би весь час знаходитись поруч із командиром. Втім, вийшло навпаки. Він десятки разів їздив до литовища. Дійсно, як на козацькій чайці, позивний чайка завозив ДАБ і людей, і гуманітарку, неодноразово рятував поранених. Комбат мене спочатку там в Пєски відправляв, там просто гуманітарку там перевозити, либо там сопровождати якісь машини там з боєприпасами, там либо з людьми. І як-то в один із моментів, коли там привезли очередную гуманітарку нам, как бы так в тил сказати, ну 7 км это от аэропорта. И
я привез это уже, эту гуманитарку в Пески по задаче, я должен был ее, там колонна организовалась на аэропорт, и должен был это все отгрузить, передать в аэропорт, ну, там ребята сказали, мы уже трогаемся, как бы, нет времени на перегрузки. Ну, в общем, отказались брать, и тогда я приехал к комбату, говорю, извините, я говорю, задачу не выполнил, не перегрузил, потому что колонна уже там трогалась, я говорю, покажите мне туда дорогу, я сам буду ездить, и комбат мне показал дорогу, завел мне один раз, говорит, я тебе, говорит, дам 4 танка, ну, типа, заведу тебя под прикрытием 4 танков, ну, получилось, правда, 3, ну, все равно весело зашли. Тогда мы заходили, у нас было 1, 2, 3 машины. Одна машина на старый терминал шла, я на новый терминал шел. Тогда и, еще не стояли? Ну, как стояли? Более-менее. Ну, более-менее, да. Тогда еще можно было ездить, как бы сейчас. И одна машина на башню. И как бы по задаче вместе пришли, вместе ушли. Ну, то есть, как бы. Такая задача была. Все, вот каждый приезжает на точку и ждет команду, пока крайний там не скажет, что все, я там выгрузился, загрузился, готов к движению. По команде все вместе, вот снова-таки под прикрытием танков выходим. Втім, вийти одразу не вдалось. Почався бій. Практически по всем 3 позициям в аэропорту. И я так смотрю, там первая машина с терминала улетела, за ней танк. Смотрю, второй танк, а у меня... Я был груженный, ну, гуманитарной помощью, то есть у меня в десанте там одни вещи, еда такое, там вода сверху. То есть меня пока выгрузили, пока назад я должен был забрать 2 300-х и 1 200-го. Сложность в том, что радиостанции, связь моя военная, она как бы там в десанте сзади, то есть ни я, ни мой наводчик не дотянутся. И вот я просил этого раненого с осколком в голове, ты там, говорю, отвечай, я тебе буду говорить, что, а ты отвечай. Ну и как бы тут такая картина, смотрю, что уже задача как бы не выполняется, то есть ребята уже уезжают, а меня еще грузят, как бы. Как же, думаю, я выезжать буду первый раз и ночью. И успеваю за крайним танком, то есть танк выходил, и я такой за ним еду, смотрю, а танк едет, работает там. По аэропорту еду и думаю, интересно, он меня видит, знает, что я сзади еду, вообще он же должен меня прикрывать, как бы. Но тут он мне дал понять, что он знает, что я сзади еду, он навел ствол на меня, я такой, боже, только полоски заметь, у меня там белые на броне, тут в меня не шмальни. Ну нормально, он меня тогда довел до башни, а это был купол, позывной командир всех танкистов. И он меня довел до башни, такой бесстрашный дядька, развернулся и поехал дальше воевать. Его командиром в той час був вже легендарний Майк Максим Маргородський. Його вміння бути на «ти» з артилерією знали і дійсно гідно оцінювали військові не лише 79-ки. Ребята некоторые, когда знали, допустим, он там на похорон как-то отлучался, ездил, его не было несколько дней, ребята не хотели заходить без прикрытия Майка, то есть если... І Майк руководить фронтом, ми туди не поїдемо. До аеропорту Дмитро здебільшого один їздив чи не щодня, інколи навіть кілька разів за добу. Адже повертаючись, по зв'язку вже чув – є 300. Тільки там на великі ротації, там кілька машин заводив, там виводив. А так в основному тихонечко заїжджаєш. Бувало таке, що там я навіть днем мог приїхати, там вилізти спокійно із машини. У мене завжди машина була гружена, я знав, як, якщо, допустим, там спочатку по задачі, там мне сначала сказали, заезжаешь на башню, выгружаешься, потом едешь новый терминал, потом едешь старый терминал. Я бы пробовал таким как бы моментом, мне очень понравилось, потому что приезжая к башне, они уже видят, если это днем, ага, приехала машина укроповская, надо мочить. Они начинают мочить, пока ты возле башни стоишь, потом начинаешь двигаться к новому терминалу, тебя по дороге мочат, потом возле нового терминала ты стоишь, выгружаешься, тебя опять-таки кроют, блин. Я к комбату подошел, говорю, а можно? Я говорю, начну оттуда. Говорю, все-таки я хоть туда успею пролететь, там они меня уже пусть хотят, ну, как бы назад-то попроще. Комбат говорит, да, езжай как хочешь. И я в основном так ездил. Там у меня правая сторона была загружена под новый терминал, потому что на старый я даже не успел. Один раз я заезжал, и то, ну, тогда был наш. А правая сторона у меня под новый терминал, и левая сторона уже груженная была под башню.
говорили «аэропорт наш». Аэропорт, он, как сказать, наш. Там внутри были наши люди, наши ребята, киборги. А в основном туда вот такой один коридорчик, такой узенький, как бы такая кишечка, по которой едешь, и по тебе просто со всех сторон стреляют. И ты едешь, реально понимаешь, что ты не то, что там оттуда можешь не вернуться, ты туда можешь не доехать. А потім чайці підбили крила. Був час, коли до аеропорту можна було дістатись, проїхавши сепарський блокпост. Ганебна угода між українською армією і противником, як і всі інші домовленості, виконувалась лише в односторонньому порядку. Дмитро за попередню угоду мав проїхати через укріплення, залишивши у заручниках іншого водія. Втім, їх обстріляли, і Дмитро зазнав важкого поранення. Той день почався, як і всі інші. Дмитра викликав командир. Говорит, на Мане поедешь? Ну, мне показалась МАН машина, как оказалось МАЗ. Я говорю, да мне без разницы на чем вы, покажите, как оно управляется. Говорю, я технику люблю, говорю, разберусь. Ну все, сейчас едешь в Авдеевку, там вот этот момент, когда наши ребята начали заходить через блокпост сепаратистов. Вот я был первой машиной, которая не прошла. Хотя там было согласовано с ними, что зеленая дорога. У меня тогда задача была заехать в аэропорт, так как я его хорошо знал, развести по этим трем точкам. Ну, только уже там со стороны боевиков меня должны были сопровождать. Сказали, там подъедешь к ихнему блокпосту, к тебе либо сядет. А у меня был водитель этой машины, именно на которой я ехал. Он просто сбоку сидел, я его должен был оставить сепаратистом, как бы как в заложнике. Ко мне либо должен был сесть там сепаратист, либо сопроводить своей машиной, довести до аэропорта. Ну и по аэропорту я там уже, как бы, как у себя дома, должен был развести и таким же образом вернуться обратно. Ну, чуть не доехали, выехали с Авдеевки. И кто-то с чего-то у нас попали. Я машину не видел, потому что я немножко там не в том состоянии. Я единственное помню, что я так, потерял сознание, когда повернулся. Этот мой напарник выпрыгивал как раз из машины. Ну, наверное, посмотрел в мою сторону, подумал, что я труп, потому что у меня тут, ну, все в крови, вся эта сторона. Ну, я понял, что надо что-то делать, не стоять там, ждать, пока добьют. Машина еще работала, я чуть-чуть отъехал. И как бы позвонил по телефону, доложил, говорю, так и так нас, говорю, расстреляли, тут подбили. Ну и они, говорю, там мой напарник, говорю, выпрыгнул там на перекрестке. Я, говорю, здесь вот недалеко наш бензовоз стоит подбитый возле него. Він довго чекав, поки його знайдуть. Я там пока ждал, оценил свое состояние, что так у меня там палец оторванный был, тут нога очень болела, тут я вообще ничего не видел. Фактично знепритомивши, Дмитро почав рухатись на зустріч товаришам. Заднім ходом проїхав близько 500 метрів. Чувствую руки ватные, ноги ватные. Очень много крови потерял. Я чувствовал, что я сижу в луже горячей крови. Это с ноги. Ну, такой лег на руль умирать. Вот так в зеркало, знаете, смотрю, откуда я приехал. И тут смотрю, несется та машина, которая меня привезла в Тбилиси, волонтерская. Они такие еще подъехали, как бы тут аэропорт, туда стреляют, а тут, ну, с этой стороны подъезжают, кабину открывают, говорят, Дима, перелазь. А я в этот момент уже пытался дверь открыть, а у меня сил не хватало. Я говорю, я не смогу перелезть, я дверь не могу открыть. Говорю, перелезть уж тем более. Ребята быстро оббежались, меня с машины вытащили, закинули в кузов, там оказали первую помощь. Укол обезболивающий, жгут на ногу натянули. Дмитра швидко доставили до Красноармійську, де чоловіком зайнялись професійні лікарі. Після уколу прийшов у себе на другу добу, весь у гіпсі, пришивали навіть вухо. Після поранення демобілізація в тілі Дмитра і сьогодні залишається уламки снарядів. Отримав інвалідність і для служби вже не годний, але він продовжує спілкуватися з побратимами. Для меня они как семья, вы знаете, такая. Не думал, что она у меня так настолько расширится, что у меня столько братьев станет, но теперь каждый для, ну, из ребят, с которыми воевал, для меня как брат, то есть как семья, каждого видишь, рад, что он там жив-здоров, так слава Богу, ты здесь, слава Богу, ты живой.